Удобно, доступно и бесплатно. В преддверии Дня независимости Беларуси для решения того или иного нотариального вопроса можно было обратиться в любую нотариальную контору или бюро города. А вот в Брестской областной нотариальной палате специалисты сразу нескольких представительств рассматривали разные ситуации, объясняя все в подробностях. В частности, как оформить наследство, завещание или, к примеру, заключить сделку с недвижимостью. И многие другие вопросы. Обращаются граждане с вопросами, связанными с оформлением их прав, с приведением документов в соответствие. Люди стали более грамотными в правовом плане, и, конечно же, эти акции направлены на то, чтобы привести в порядок свои документы, оформить свои права. Вопросы здесь, конечно, больше консультационного характера, куда нужно обратиться, с какими документами, куда что предоставить, в какие службы, инстанции и так далее. Конечно же, вопросы в этом плане решаются полностью. На 2019 год Белорусская нотариальная палата и Брестская областная нотариальная палата запланировано 9 таких акций. Как правило, они приурочены к государственным праздникам, праздникам, которые у нас проходят не только в стране, но и в городе. Брещанин Анатолий узнал о проводимой акции через городские СМИ, предварительно записавшись на прием, пришел и остался доволен. Знакомые сказали, что по рекламе Бух ТВ, если вот именно сегодня проводятся бесплатные консультации, и дали мне вот эти данные, номер телефона. Я позвонил, записался. И сегодня пришел на консультацию. Приемлемо и полезно. Я считаю, что надо такое практиковать и в городе, и повсеместно. Если к нотариусам и адвокатам на прием, можно сказать, выстраивается очередь, то за ответами к представителям отдела принудительного исполнения, как правило, людей мало. Несмотря на это, специалисты в акции всегда принимают активное участие. Люди по вопросам принудительного исполнения обращаются очень редко. В основном, мне кажется, это связано с тем, что органы принудительного исполнения проводят такую большую профилактическую работу. Проводятся ежемесячно прямые горячие линии с начальниками отделов. Кроме того, у нас, можно сказать, ежедневно проводятся личные приемы граждан. То есть каждый гражданин может прийти, обратиться в орган принудительного исполнения и задать свои интересующие вопросы. Акции по бесплатному консультированию проводятся регулярно. Следующая пройдет в преддверии Дня города.